Всем привет! У меня сегодня новые посылочки, подарки. Прислал мне их Руслан Деркачук. Давайте долго не будем рассуждать. Давайте посмотрим, что здесь в этих подарках пришло мне. Здесь вот такие шестиугольнички. Это видно остатки от ленточных пил, то, что делает Руслан. Но для него это остатки, обрезки, дрова, мусор, может быть, я думаю. Потому что изделие готово, это осталось. А для меня это очень интересная вещь. То есть для таких обрезков у меня уже есть идея. То есть я уже вижу в них идею, как сделать часы. Да, часы, как я говорил, можно сделать почти из всего. Сначала я вижу материал, а потом я уже вижу часы. То есть, ну, у меня нету заранее. В редких случаях я запланирую идею, потом ее делаю. То есть, в большинстве случаев я сначала вижу материал, а потом из него уже вижу сразу идею и делаю. Так вот, уже с этого есть идея. Посмотрим, что у нас есть дальше. Уже очень хорошая идея есть. Убрать вот это, наверное, это был остаток неудачной работы, наверное, из-за толщины, но для меня это не помеха. Я уже из этого вижу часы, и очень классные часы. Так что запоминайте, в будущем будут с этого сделаны часы. Очень даже интересные. Такая работа. Может, это был эксперимент, а может, это был остаток от чего-то. Ну, не знаю как. Может, это тоже неудачная работа, так как немного сколы есть. Но для меня это тоже не помеха. Из этого я тоже вижу прекрасные часы. И вот такая большая заготовочка. То ли это тоже был эксперимент, то ли это неудача, то ли проба. Не знаю что, но с этого я тоже пока еще точно не вижу какие, но уже вижу, что это будет очень тоже что-то интересное. Потому я с этого тоже сделаю часы. А может даже и двое часов. Так что я думаю, это будет очень круто. Руслан, спасибо. Очень классные вещички. Ссылочку на канал я оставлю ниже. Посмотрите, что Руслан делает, про какие я говорил, ленточные пилы из фанеры. Очень классные вещички. Из-за этого я сделаю что-то очень интересное. Идеи есть, руки чешутся. Так как уже часов было сделано много, идеи надо новые. Вот они появились. Как минимум раз, два, три, четыре идеи уже есть. Это уже замечательно. Я уже смогу что-нибудь интересное придумать. Ну что, всем спасибо за внимание, ждите новых видео по этим заготовкам, не буду обещать, когда они будут, подписывайтесь, следите, и вы обязательно увидите эти часы. Всем пока! Всем привет! У меня сегодня новые посылочки, подарки, прислал мне их Руслан Деркачук. Давайте долго не будем рассуждать. Давайте посмотрим, что здесь в этих подарках пришло мне. Так. Здесь вот такие шестиугольнички. Это видно остатки от ленточных пил, то, что делает Руслан. Ну, для него это остатки, обрезки, дрова, мусор, может быть, я думаю. Потому что изделие готово, это осталось. А для меня это очень интересная вещь. То есть для таких обрезков у меня уже есть идея. То есть я уже вижу в них идею, как сделать часы. Да, часы, как я говорил, можно сделать почти из всего.
сначала я вижу материал, а потом я уже вижу часы. То есть, ну, у меня нету заранее. В редких случаях я запланирую идею, потом ее делаю. То есть в большинстве случаев я сначала вижу материал, а потом из него уже вижу сразу идею и делаю. Так вот, уже с этого есть идея. Посмотрим, что у нас есть дальше. Тут уже очень хорошая идея убрать. Вот это, наверное, это был остаток неудачной работы, наверное, из-за толщины. Но для меня это не помеха. Я уже из этого вижу часы. И очень классные часы. Так что запоминайте, в будущем будут с этого сделаны часы. Очень даже интересные. Такая работа. Может, это был эксперимент, а может, это был остаток от чего-то. Ну, не знаю как. Может, это тоже неудачная работа, так как немного сколы есть. Но для меня это тоже не помеха. Из этого я тоже вижу прекрасные часы. И вот такая большая заготовочка. То ли это тоже был эксперимент, то ли это неудача, то ли проба. Не знаю что, но с этого я тоже пока еще точно не вижу какие, но уже вижу, что это будет очень то, что-то интересное. Потому я с этого тоже сделаю часы. А может даже и двое часов. Так что, я думаю, это будет очень круто. Руслан, спасибо. Очень классные вещички. Ссылочку на канал я оставлю ниже. Посмотрите, что Руслан делает, какие я говорил, ленточные пилы из фанеры. Очень классные вещички. Из-за этого я сделаю что-то очень интересное. Идеи есть, руки чешутся. Так как уже часов было сделано много, идеи надо новые. Вот они появились. Как минимум раз, два, три, четыре идеи уже есть. Это уже замечательно. Я уже смогу что-нибудь интересное придумать. Ну что, всем спасибо за внимание, ждите новых видео по этим заготовкам, не буду обещать, когда они будут, подписывайтесь, следите, и вы обязательно увидите эти часы. Всем пока!